4 июля в Елабужском институте КФУ состоялась торжественная церемония закрытия смены интеллектуально-оздоровительного лагеря «Интеллета». На площади перед институтом ребята устроили целое представление с песнями, танцами и даже акробатическими номерами. А зрителями стали их вожатые, преподаватели, руководство вуза и, конечно же, родители. В течение 20 дней в стенах Елабужского института КФУ и на территории вуза не смолкали детские голоса. Юные почемучки сами создавали историю в лагере «Интеллета», и каждый смог оставить здесь свой яркий след. Мне очень понравился этот лагерь. Я обязательно приду сюда на следующий год. Тут было очень весело. Я познакомилась с очень хорошими друзьями и вожатыми. Мне очень понравились спортчасы, особенно по бадминтону. Там меня научили играть. В лагере мне больше всего понравились некоторые уроки, такие как физика, потому что мы изучали некоторые физические свойства предметов. Почему, например, железный топор падает, а железный корабль плавает. Также нас там научили делать кристаллы из соли и купороса. Потом математика. Мы учились делать разные фигуры и решать японские кроссворды. Мне очень понравилось в лагере «Интеллета», потому что там хорошие ребята, занятия там самые лучшие. Я научилась разговаривать на других разных языках, узнала многое и развила свой кругозор. По признанию директора лагеря Раили Шапировой, смена завершилась успешно. В этом году в нашем лагере отдохнуло более 100 детей. Дети были талантливые, интересные. Набор вожатых тоже был особый. Помимо воспитательной работы у нас был широкий блок информационной, образовательной дисциплины, такие как информатика, математика, физика. Уже с 1 сентября юные почемучки смогут снова вернуться в стены вуза и стать слушателями детского университета. Диана Вакян, Динара Алмагамбетова, Денис Сипайлов, Универньюз.